Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить Дед Спасе. Первую часть. Короче, тут у нас, я не знаю, влюбленная или не влюб... Как ее там? Ну, как ее? Девушка, о, девушка. Короче, не знаю, она какая-то то ли на голову, да, вот того самого, то ли на голову того самого. Нет, то ли она просветленная какая-то просветленная. Просто с прошлой серии мы сами знаем, что нас предали, какая-то эта тетка наша, вот напарница, предала нас. Вот. И, в принципе, из нашей команды больше никто не остался. Тот наш напарник, его все, и ББ. Она предала и улетела. Прикинь? Не, ну ты прикинь. Вот. Я пока еще не видел комментарии ваши, запишу подряд. Спросите, почему? Потому что я хочу уже допройти эту игру. Тут осталась одна глава, в принципе. Вот. В принципе, все. Саша, поудобнее. Приятно всем, кто кушает. Приятно пить, а кто сейчас пьет. Чай или кофе, кому что нравится. Одевайте пледик. Накидывайте пледик на себя, занимайте удобную для вас позу, там сидя, лежа, кто что любит, чего. Короче, приятного просмотра, а мы начинаем. Так, ну что, и let's go, ебать. Let's go, my friends. Нам сюда. Такс. Такс. Так, нам сюда идти, да? Так, нам идти сюда, получается. Вот сюда. Что, нам прям в него идти, что ли? Ну, то есть челнок, вот этот челнок, чешок, корабль. Так. Бля, сколько ног дверей-то? Прям обосраться можно. Ой, блядь, заебёте у меня. Это для вас, блядь, подарок, нахуй. Ух ты, чё? Я такого не видел. Не, блядь, ты что, нахуй? Так нельзя же себя вести, блядь. Так себя вести нельзя. Я тебе говорю. Все? А где еще-то? Во. Вот. И патрончик с вами остался. Let's go, этот шаттл, не знаю, не чей шаттл, корабль, короче. Получается уже пирата, да? Такая, шуточка, конечно, да. Не очень хорошая, ну ладно. Какая была, знаете, какая была? Так, ну что, let's go. Так. А, ну она просто появилась здесь, понятно, блядь. Мы прям видели, как она телепортнулась. Вы тоже видели, да? Верно, кто не видел, там, то пересмотрите, пересмотрите. Я знала, ты прилетишь за мной. Теперь нас ничто не остановит. Мы еще вроде прилетели на корабль. Глава 11. Альтернативное решение завершено. Все? Да, конечно. Долбою! О, глава 12. Последняя глава, ребят. Последняя. Ну что, куда, ёпта? Ну ладно, погнали, блядь, еще. Айзек, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Какой, блядь, погрузчик, ебать? Это что, нахуй? Трансформер, что ли, или что, блядь? О-о-о. Подожди, мать, мне нужно сохраниться для начала, можно? О, головоломки пошли. Подожди, мне нужно сохраниться для начала. Нам в любом случае не сюда, я понимаю, блядь. А что здесь? Айзек, обелиск нужно вернуть на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его. Видите, и поставить смотри на пьедестал в зале обелиска. Верни на место то, что было. Не-н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 е-
Извините, ребятки, но это просто необходимо. Блять, серьезно, что ли, сейчас? Так. Мужик, извини, блядь, но это необходимо, прям очень. О, сохранял, кстати говоря.
Все, здесь больше нет. О, магазин. Сюда-ка. Давай мы с тобой закупим. Вы спросите, а почему я не беру турбоарест, МСЛО, пистолет, огнемет? Ну, смотрите, импульсивную винтовку. Это, ну, такая себе. Огнемет, ну, можно было бы, но не то. МСЛО, пистолет тоже такой себе. Турбоарест тоже такой себе. Ну, кстати говоря, ну, блин, ну, давайте возьмем, что нет. Че бы нет. Чисто так, чтобы было, знаете. Так, где? Что я делаю-то, блядь? У меня же портфель, блядь, лежит эти, блядь. Рубиновый и кто такой? Золотой. Во. Да. Опа, деньги возвращаются сразу, да? Ну, вот она, оно. Да. Опа. Что? Опа. Опа. Давай, давай, давай сюда. И как быстро перезаряжает. Очень быстро. Блять, это какое? Второе, что ли? Давайте-ка прокачаем его. И как раз сохранимся сразу. Вы скажете, а зачем прок... Подожди, мне что-то вот она не дает, блин, покоя. Прям покоя мне не дает эта тварь. Может мне к тебе зайти, ёпта? Э, блядь, ты что? Вот уже делает, что ли, блядь? Все. Теперь можно делать. Ах. Импульсивная винтовочка сюда. Ну что, let's go. Все максимально прокачано у нас. Давай посмотрим, что она умеет теперь. Стоило ли ее покупать, прокачивать до такой степени прям. Ладно, бред какой-то. Ну, пусть будет, ладно. Так, пошли помогать, короче. Где он? О, здорово! Все успокоилось. Да. Шом, куда? Подожди-ка. О-о-о, лут. 1000 этих баксов. Да. Еще 1000. Где тут еще лут-то есть? Вон он, блин. Мне прям нужно. Ладно, еще соберем чуть позже. Так, куда нам? А, нам как раз-таки сюда и надо. Грузчик отключен, бать. А, нам сюда его, значит, нужно. А, поехали, бать. Ну давай резче, бать. Что ты так медленно ты идешь теперь? Прикольный погрузчик, прикольный. Так, и чё, куда нам его теперь?
аж туда. Поехали. Ну, смотри, тоже такой урон прям не наносится, да? Одно деление, ну ладно, два. Я говорю, это тема. Тема вот это то, что вот, смотри. Ну да, смотри, броня как защищает жестко. Броня очень жестко защищает. Ну, как по мне. Да ёпта! Подожди, а где нам взять с тобой? А где нам его взять? Здесь нет случая нигде. Что, блядь? Охренеть. Не, а где нам с тобой его взять? Подожди-ка. Здесь точно нигде больше нету. Баш, посмотрим вот здесь вот сначала. Может, это здесь? Шестую глянем. Души. Лут. Ну, конечно, нам перед боссом, да, дают столько денег. Лут побольше. Говорит сержант Ньюман. Охрана летной палубы. У нас больше нет челноков. Один из них успел взлететь, но неожиданно рухнул на палубу ангара. Мы потеряли несколько сот человек и все челноки. Если кто-то меня слышит, не пытайтесь совершить посадку. Не садитесь. Хуеть, прикинь. Не, прикинь. Уху-ху. Ты смотри, сколько здесь лут, это ёпта. А вот на этот. Не, подожди. Да подожди ты, говорю тебе. Все, спасибо, что подождал, погнали. Палки, короче, закончились, прикинь. Офигеть. Что мне теперь вот такого толкать? А, ну да. Сейчас, подожди, я пойду сохранить сначала, да? Мы с тобой, кстати, почти 15 часов, ну 14 уже часов мы с тобой в игре. Если считать от тех 13 и еще вот этот час, то, я думаю, 14 часов точно есть уже. А то, возможно, и 15, знаешь. Так, здесь что? А, ну сюда его давай. Стало. Ну, там сейчас будет нормальная такая тема. Я чувствую. Опа. Опа. Так. Ух, ебать. Что здесь вообще? Это, кстати, очень хорошая тема. Так, куда нам с тобой? Нам идти туда сначала. Пошли сначала, везде лут заберем, да, с тобой. Окей, давай. Ну давай, где они? Я-то их жду уже давно.
Все. Ну, давай. Тихо, тихо, да тихо, вот надо опасаться уже. Ебать, мясорубка. Я тебя слышу, слышу, слушай. Я же вас слышу. Ну чего, блядь? Давай. Дай, ты чего, блядь? Перепутал, что ли? Ого. Давай, 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 подожди, подожди, подожди. Давай, давай, давай. Ебаш. Хорош. Минус. Подожди ты, блядь. Кто ты на нас нападаешь-то, блядь? Тебе не стыдно вот так вот, а? Тебе вот не стыдно? Дай-ка соберу лут, который вот остался здесь. Не, я лут собираю, подожди. Да уж, это все? Ну нет, кстати говоря, это еще не все даже. Для этого патронности нету. Класс. Нормас, нормас. О, бля, аптек столько дают, капец. Прикинь. Ой, куда? А чё она? Подожди. Подожди, подожди, подожди. А, блядь, не там же провожу, точно. Что это, блядь? Нет. Здорово. Да, вы что думаете, вы мне будете мешать, что ли, или что? Не, ну, конечно, тут прямо тут, кстати, уже чуть потненько, слегка потненько, реально. Ебать, прикинь. Не, на меня аж отдало. Конец-то. Ну, тут, кстати, было, конечно, страхово слегка. Это было слегка страшненько. Так, это мы все сделали. Пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. Ё, почему мне дают только вот, реально, помните, когда у меня вначале тоже был этот пулемет? Я вот так называю. Мне только на него давали почему-то, блядь, патроны. Хотя мне сейчас нужны вот для вот пистола очень сильные патроны. Не дают патроны, прикинь. Представь. Давай, 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 пройдем. Чего бы нет. О, лута. Да хрена. Прикинь, ты видел? Лут. Лут. Это было ожидаемо, что здесь лут будет, конечно.
Я вам что-то не скажу. Ну, или же здесь... Ой, фига, полупроводник. Какой-то. Да уж. Этот обелиск, прикинь. Я уже слышу. Ну, ладно, разъебашим бы. Подведи питание к мостикам, чтобы перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. О, блядь. Ну, вот это уже нечестно, блядь, вообще-то. Понял. Я, блядь. Вы хотите меня раздарить, что ли, блядь? И давай то есть, вот так постреляем чисто, блядь. А, ву, ебать, прикинь, какая здесь штука. В разные стороны херачить. Бля, для песта нужно, конечно. Мне пес больше нравится, конечно. Сейчас. Вот сейчас. Он компактненький, да? Прям компактный такой. Миниатюрный. И проблем не знаешь с ним. Подожди. Полон? Как так-то? Не может быть. Так, здесь... О, там еще, прикинь. Капец, здесь лута. Рюкзак полон. Все? Блядь, чё? Ещё дерётся что-то. Непонятно. Аптека. Аптечка. Так, ладно, берем пест. И куда нам надо? Нам надо вон туда. Ну шо? О-хо-хо-хо-хо. Хорош! Хорош. Я надеюсь, что мы сегодня пройдем уже игру. Ну, точнее, что уже все. Вот это будет последняя серия по этой игре. Либо, ну, следующая, потому что, ну, это уже все. Это невозможно. И так, блин, 20 с лишним серий. Еще, блин, это. Ох, чувствую, сейчас тут будет веселуха. Так, ну чё, let's go. Погнали. Куда мы идти, сюда? О, здорово. Бля, ни разу не попал, прикинь. Сразу, блядь. Причём? Где? Вон они. Патроны-то, блин. Я аж испугался. Ну все, патронов нет. Здорово. Давай, давай.
Куда-то идем, блядь, прикинь. Идем с тобой, идем. Непонятно куда. Сиська батарея. Не, подожди-ка. Что ты махаешь головой-то? Ясно. Уже зажрался, да? Вот напишите, зажрался уже. Уже все. Даже лут уже не берет. Он сам не берет лут. Может, все, нам пора? Бля. Не успею. Успел. Прям на тоненького, прикинь. Давай, ну что ты хочешь? Что ты хочешь, блин, бля? А ты что хочешь? А ты что хочешь? Да это перезарядится, так нечестно. Где лут? Все, проебал что ли уже? Прикинь? Отдай! Аптека. Сюда, блядь. Папочки нужны такой. Дай! И все. Не надо мне здесь что-то. Не хватает места. Все хватает. А, не так понял. Охуенно. Просто лут оставляю, ребят. Не, подожди-ка. Ебать, там носорог я вижу уже. Не, подожди, дядь. Я к тебе еще не готов. Зона аккредитации. Где ты? Здорово. Закрывайся. Ну ты ж будешь закрываться, да? Ну беги, беги, чё ты, блядь, мне докажешь? Кому ты чё докажешь, блядь? Всё, ты бегал? А, вот так, да, значит? Ну вот и нехер выёживаться, знаешь. Всё. Силовый узел. А почему нам до этого не давали силовые узлы-то, ё-моё? Понять-то не могу. Магазинчик. Давай-ка мы с тобой продадим то, что вот полупроводники есть. Нам реально для боссов, смотрите, всё дают прям максимально. Просто в шоках. Батареи дают раздиски. Капец, да? Все, мы столько купили. Подожди, я что-то еще могу купить? Или уже все? Или уже все настолько заполнен, что вообще ничего? Даже оружие не могу, прикинь. А, ну у нас же есть. У нас же с вами есть. Оружие-то. Перезаряжаем. Так, нам с тобой вот сюда. Нам с тобой сохраняемся.
Но для начала нам нужно привести вон тот. Где он? Вон он. Вот эту штуку нам стоит провести. Я ставлю аптеки, но все-таки на босса тоже так. Вы скажете, а зачем? А я скажу, а вот зачем? Потому что так надо. Что-то жестко, что-то жестко. Все, почти мы с тобой все. Почти все. Подожди, здесь ничего. А, я не могу назад пойти, прикинь. Не могу назад пойти. Не могу назад пойти просто на босса. Здесь все забрал. А не, не все. Деньги просто, деньги. Чувствую, борьба с боссом будет жесткая. Офигеть, прикинь. Найс. Найс. Еще узел, блять, куда ты мне столько даешь-то? До этого не надо мне давать узлы. Сейчас ты мне даешь, игра, что это такое? Скрыться здесь, мои. Куда-то мы что-то довезли. Ух, ебать, ты кто, блядь? Ты прикинь, ты видел? Это кто вообще? Блядь, лут дают дофига вообще. А мне чё? А мне не надо, у меня все есть, ёбано. Подожди, я могу это поднять? Нифига. Чё ты это предлагаешь мне? Да, капец. Вот он и босс, получается. Да здорово, блядь. Это хедшот получил нормально. Вот и все, успокойся, я. Да иди сюда, блядь. Это все, блядь. Минус.
Ну, конечно, дальняя прорисовка такая, все, согласен. Да что тебе надо от меня, ёпта? Ох, ебать, нам сюда, да? Блять, ёпта. Ёпта. Я всегда в тебя верила. Да пожалуйста. Я знала, ты вернёшься за мной. А ты что там делаешь? Что за хуйня? Чё она исчезла-то? Бля... А может нам уйти отсюда? Алло? Закрой! Куда, куда, куда нам идти? Куда нам идти-то? Ну, вот сюда, блядь. Пиздос. Ты прикинь? Что она там делала? Вот вопрос, что она там делала? Открой уже, ёпта. Тебе пизда. Возит. Так хотелось поговорить с кем-то. Там все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Вы дочь. Тебе это настоящее. Нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Да ну нет. А нам кажется, типа... Бля, мужик, понимаю, все понимаю. Видишь, ты псих. Ебать. Ебать. Ты куда увезла-то? Куда увезла? Обязательно, блядь. Ну-ка нахуй. Не прощаемся, сейчас увидимся, ебать. Я, сука, сейчас буду бежать только так, бля. Прикинь. Ты прикинь. Погнали, блядь. Ох. Let's go, быстрее, блядь. Бежи, быстрее нужно, нужно быстрее. Все, финалочка. Еще узел дали. Пиздец. Ты прикинь? Что оказывается, короче, она телепортировалась из-за того, что... Из-за того, что... Вот так вот все. Ох, ебать, что это, блядь? Это монстр. Ну, а сейчас мы с ним будем драться, да? О, сейчас будет мясорубочка. Я, блядь, прямо уверен. То, что мне нужно, давай заберу. Все. Да, сейчас все перезарядим быстренько.
все получается. Сейчас будет финалочка, да, я так понимаю. Let's go. Открой, открой, ёпта. Да ебать твой рот, что ты нахуй пристал ты ко мне, блядь. Так, ну давай-ка мы сейчас сохранимся. И следующая серия уже краски будет финалом. А? Как тебе такое? Я считаю, что это правильно будет. Или сейчас сделать. Нет, все-таки давай оставим на следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Вам не сложно, мне приятно. Комментарий по желанию. Мне это мотивирует. Я их лайкаю, кстати. Я их лайкаю. Телеграм-канал в описании. В принципе, ссылка есть. Там инсайдики маленькие. Если у вас YouTube все-таки по колоколу не, при... Нет, не уведомляет, когда видео выходит. В телеграме всегда есть ссылки на видео. Вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.